Немало времени у стрелков уходит на подготовку к соревнованиям. Речь не о тренировках. Перед стартом ребята заняты сбором своего инвентаря, то есть так называемой системы. Ведь результат и правильный полет стрелы зависит не только от техники спортсмена, но и от самого лука, состояния прицела и полочек. Если сломается у спортсмена полочка, то он не может уже дальше стрелять, потому что стрела вот... в принципе, не будет лететь, даже несмотря на то, как он будет стараться, какая у него будет техника. Даже если она будет идеальная, стрела не полетит куда нужно. Татьяна Сученко – она одна из 15 местных спортсменов, которые попали на чемпионат края. Здесь же самый известный сочинский лучник Роман Половинко. Сегодня ему вручили удостоверение мастера спорта. Рома всегда попадает в цель. Угодить в нее мечтает и в жизни. Мечтаю уже с молодежного состава сборной России попасть в основной. Ну, занять много мест на международных соревнованиях, на Кубках мира и Олимпиадах. К слову, основные медали, попавшие в копилку сборной края, в этом году завоеваны сочинцем Романом Половинко. С гордостью могу сказать, что, подводя итог этого года, мы со всероссийских соревнований привезли достаточно большое количество медалей. Это серебро чемпионата России, это бронза Кубка России и надежд России, и первенство России. И, соответственно, мы еще привезли с универсиады студентов Тайбэя, мы привезли серебряную медаль. То есть тренеры работают, вид наш спорт развивается, любимый. Мы ждем новых спортсменов, двери для всех открыты. Для Романа этот чемпионат как подготовка к предстоящим всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Рыбинске накануне Нового года. Остальные же борются за возможность попасть в сборную края. Чемпионат на базе «Юг спорта» продлится до 10 декабря. Инга Габиша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.